Здравствуйте! Я нахожусь на входе одного из самых необычных музеев Новосибирска – музея боевой славы воинов-сибиряков. Он расположен на главной улице города Красном проспекте в одном из старейших зданий – Доме офицеров. Сегодня я приглашаю вас посетить экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Сегодня в ходе нашей экскурсии вы узнаете о роли сибирских дивизий в борьбе с фашистами. Практически в каждом городе, который был затронут Великой Отечественной войной, есть улицы, названные в честь сибирских военных формирований. И это не случайно. Во всех главных сражениях Второй мировой войны проявилась боевая репутация сибирских воинов. Малоизвестный, но факт. Столицу СССР, Москву, смогли отстоять только благодаря действиям сибиряков. А немцы в своих донесениях командирам писали: это не красноармейцы сражаются, это сибиряки. Итак, пройдемте за мной в музей. Мы оказались с вами у металлической стелы, где золотом начертаны имена воинов-сибиряков, героев Советского Союза. Среди этих фамилий 6 человек, кто получил звание Герой Советского Союза дважды. А один из них – наш земляк, летчик ас Александр Иванович Покрышкин. Первый в стране трижды Герой Советского Союза. Традиционная экскурсия по музею начинается с экспозиции, посвященной истории образования Сибирского, а ныне Центрального военного округа. Перед вами портреты командующих войсками Сибирского округа за всю его историю. Мы миновали залы, где хранится история военного округа 19 века и начала 20-го, и входим в зал, посвященный Великой Отечественной войне. Каждый мальчишка и девчонка знают, если говорим «война», значит, речь идет об оружии. В этом зале много оружия. Итак, посмотрим. Это миномет Дровлёва-Шавырина. Для стрельбы из него нужны 3 человека. С ним связана такая хитрая история. У немцев был миномет, но калибра 81 мм. Русский инженер решил изменить калибр на 1 мм. Почему? На поле боя миномет можно унести с собой, а вот ящики с боеприпасами часто бросали. А дальше элементарная математика. Получается, что оставленные немцами мины подходили к нашим минометам, а вот мины калибра 82 мм к немецким минометам уже не подходили. Полковой миномет калибра 120 мм. С этим минометом тоже связана потрясающая история. Речь о знаменитом расчете братьев Шумовых из Тувинской Народной Республики. Что они придумали? При скорострельности этого миномета 15 выстрелов в минуту они умудрялись запускать 20. Наверняка своим изобретением они спасли больше жизней однополчан и уничтожили больше врагов. Пройдем дальше. Здесь мы видим известный многим пулемет «Максим» уже образца 1930 года. На нем вы можете заметить гораздо большую по сравнению предыдущей версии крышку на кожухе. В такое отверстие гораздо удобнее заливать воду. Она необходима для охлаждения пулемета. А теперь заковыристый вопрос. Где брать воду зимой? Понятно, кругом лед, снег. А как ее набирали для охлаждения пулеметов летом? Секрет прост. Что было на себе, то и использовали. Черпали из луж, озер, кирзовыми сапогами и даже касками. Если вода была чистой, из родника или ручья, то потом закипевшую в пулемете воду использовали для заваривания чая. Невероятно, подумаем мы, в эпоху бутилированной воды, кулеров и чайников. Пройдем дальше. Это однозарядное противотанковое ружье образца 1941 года системы Дегтярева. Из него можно было подбить даже самолет. После боев это ружье пролежало в земле несколько десятилетий. Его нашли поисковики в долине смерти и подарили музею. Поэтому на нем нет ни одной деревянной части. Если вы поднимете голову на эту картину новосибирского художника, ветерана войны, то увидите то же самое ружье, но уже с деревянными накладками и ручками. С
Среди крупнокалиберного оружия мы посмотрим пулемет ДШК. У него уже воздушное охлаждение, про воду и снег можно забыть. Из этого пулемета можно было стрелять как сидя, так и стоя. Давайте завернем сюда. Среди оружия мы вдруг видим конный плуг и швейную машинку. Их поставили сюда, чтобы подчеркнуть роль Сибири в войне на трудовом фронте. Наверняка вы слышали стихотворение полковника Ивана Краснова «В Сибири не было войны». Сибирь сражалась под девизом «Все для фронта, все для победы». Уже в первые месяцы войны объем продукции военной промышленности Западной Сибири увеличился в 27 раз. Она поставляла фронту почти все виды боеприпасов и вооружения. Посмотрите, на этих фотографиях видно, к станкам стали женщины, дети, старики. Многие отдают последнее, что можно отдать. Даже дети находят способы, как помочь фронту. Например, такая история. 6-летняя девочка Ада Занегина, эвакуированная в Омскую область, написала письмо в газету, мол, мой папа танкист, я хочу, чтобы он прогнал немцев. Свои чуть более 100 рублей из копилки она передает на нужды фронта. Ее примеру последовали другие дети Омской области. В итоге на банковском счете была собрана сумма в фонд обороны, и вскоре на них был построен именной легкий танк. Похожая история произошла в Красноярске. Девушка Кристина Спиридоновна Шумкова продала корову, бычка, картошку, многое другое. Ей не хватало 1000 рублей, чтобы собрать полную стоимость крылатой машины. В итоге она продала свой оренбургский пуховый платок. Так добывалась победа. Еще одна легендарная история сибирского героизма связана с нашим Чкаловским заводом, где и сегодня делают самолеты. В годы войны на него эвакуируют 5 заводов из европейской части страны. Здесь сооружаются поточные линии сборки. Завод выходит на норму в день 29-30 самолетов, Як-7, потом Як-9. Представьте, каждый третий самолет-истребитель Великой Отечественной войны сделан здесь, в Новосибирске, на Чкаловском заводе. Мы снова оказались возле оружия. Эти снаряды выпускали на нашем заводе «Сибсельмаш». 3 снаряда от танка Т-34. Если командир танка командовал бронебойный «заряжай», то в ход шел вот этот, что посередине. Если стрелять нужно было по пехоте, то использовался этот снаряд. И звучала команда «осколочный заряжай». Есть в нашем музее весьма необычные экспонаты. Например, вот эту диораму изготовили новосибирские школьники. В этой работе ребята изобразили, как они видят одну из самых масштабных битв Великой Отечественной войны. Это гильза от пушки, весьма полезная в быту вещь. Солдаты делали из нее фитиль-коптилку, и в блиндажах становилось светло. Можно было читать газеты, писать письма. Среди экспонатов музея есть снаряд от миномета знаменитой «Катюши». Около 10 заводов Новосибирской области выпускали такие реактивные снаряды. Еще одна легенда – шашка. Политрука Ивана Степановича Константинова. Этой шашкой в бою под Калугой он зарубил 23 фашиста. Об этом свидетельствует гравировка на эфесе. А эти экспонаты про связь. Вот это радиостанция, а этот предмет необычной формы звуковещательная колонка. Подвешенная на столбе, она сообщала сводки с фронта от Советского информбюро. Проходим дальше. Это прадедушка вашего смартфона, телефон. Почему он находится здесь? Возле стенда, посвященной Сталинградской битве, мы рассказываем о нашем земляке Викторе Григорьевиче Усе. В честь него названа одна из улиц в Кировском районе Новосибирска. Героем Советского Союза он станет на Черноморском флоте, когда в районе Керченского пролива, ныряя в ледяную воду, поднял из затопленного трюма 41 ящик с боеприпасами. А подвиги начнет совершать еще в Сталинградской битве, переплывая Волгу под неприятельским огнем в холодной воде с катушкой провода на спине.
Есть на стендах музея экспонаты, посвященные героям-летчикам Александру Романовичу Попову, совершившему воздушный ночной таран под Сталинградом, Василию Илларионовичу Старощуку, который разобьется на Як-7, чтобы спасти мирных жителей Новосибирска, Захару Артемовичу Сорокину, потерявшему ноги и продолжавшему на протезах сбивать немецкие самолеты. Имя Сорокина значилось в списке фамилий, в честь которых должен был быть назван наш аэропорт. Но, как вы, наверное, знаете, Новосибирский аэропорт назван в честь Александра Ивановича Покрышкина. По официальным данным, прославившийся стратег воздушного боя лично сбил 59 фашистских самолетов. Но на самом деле, как говорят его боевые друзья и некоторые документы, не менее 100. Легендарный летчик-сибиряк бывал в музее боевой славы воинов-сибиряков, и теперь здесь хранятся некоторые его вещи. Сейчас мы находимся в той части музея, где можно поднять голову вверх и увидеть подлинные знамена сибирских частей и дивизий. Все знамена переданы Центральным музеем вооруженных сил на вечное хранение. Вот, например, знамя 22-й гвардейской стрелковой дивизии. Под этим знаменем воевали Борис Богатков, Ольга Жилина, Михаил Перевозчиков. Поэт Борис Богатков ушел на войну добровольцем и погиб, поднимая в атаку взвод своих автоматчиков. На противоположной стороне зала знамя легендарной 370-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году на станции Асино Томской железной дороги Новосибирской области. По многим советским и немецким свидетельствам, сибирские дивизии, бригады, отдельные полки и батальоны отличались особым почерком ведения боя, целенаправленностью и упорством. Маршалу Советского Союза Малиновскому принадлежат слова: «Лучше воинов, чем сибиряк и уралец, бесспорно, мало в мире». Поэтому рука невольно пишет эти слова с большой буквы. Всего на территории Новосибирской области в годы войны было сформировано 17 дивизий. Все они прошли славный боевой путь, некоторые существуют до сих пор. В одной из экспозиций собраны трофеи, предметы немецкой армии. Это фашистский штандарт. Такой был брошен к подножию мавзолея Ленина на первом параде Победы. Мы придали ему так называемый позорный вид, опустив вниз, к земле. А вот это листовка на русском языке. Такую фашисты сбрасывали с самолетов. Кстати, за хранение такой листовки могли расстрелять, даже если она использовалась для самокрутки, чтобы покурить табак. Отдельный зал музея посвящен наградам воинов-сибиряков. По ним можно изучать не только историю, но и географию. Медали за взятие Кёнигсберга, за взятие Берлина, за освобождение Варшавы. А сколько всего таких боевых медалей выдавались за взятие и освобождение европейских городов, попробуйте узнать самостоятельно. Прощаясь с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне, мы проходим мимо стенда, где собрана земля с братских могил. Таких мест много, в том числе и в других странах. Наша экскурсия подошла к концу. Пусть наши славные истории тоже вдохновляют вас на подвиги в учебе, в семье, в выборе будущей профессии. До новых встреч!